Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Ну что, продолжаем с вами играть в Норсгард. Сегодня у нас глава 10. Так, мы достигли глотки Бергльмирусского ущелья, ведущего к Биврёсту. Зима здесь, казалось, не знала конца. Так, ладно, если зима не знала конца, нам бы, конечно, возможно, имеет смысл пойти к Забогрит. Она потому что классная зимой. Можно призвать еще бронированного медведя, и зимой мы не получаем штрафы к силе, и вместо этого получаем 10 к устойчивости. Если там реально зима, то есть как бы играть за нее было бы, наверное, прикольней. Вопрос только, не знаю, что делать с этим, потому что у нас еще есть вот эти ребята, которые классические наши, с которыми мы изначально начинали. Давайте мы, наверное, реально срежем себе всякие штуки зимой. У глотки Бельгемира царила вечная зима. Фимбульг Винтер, так называл ее Богрельд, стала одним из самых могучих наших врагов. Но по воле Норн в ледяном тумане нас ждало нечто куда опаснее холода и голода. Мне потому что нравится у нее, что у нас все зимой могут лечиться на своей территории. Без шаманов. Это охрененно, потому что нас постоянно коцают, и мы постоянно очень долго лечимся. Хальвар, ты, кажется, говорил, что становится теплее. Признаю свою ошибку. Хорошо, теперь у нас есть одежда получше. Говори за себя, умник. Это Фимбульг Винтер. Фимбульг что? Это вечная зима, душечка? А значит, нам никак не перебраться через эту ледяную стену. Так что ж теперь, конец пути? Нет, вечная зима — это поэтический оборот, его не нужно воспринимать буквально. Фимбульг Винтер — очень суровая и долгая зима, длиной в несколько лет. По легенде, это предвестник Рагнарёка. Если легенда не врет, Хейдрук должен быть близок к своей цели. Значит, нам всего лишь нужно дождаться весны? Быть может, не так уж весна и хороша, глядите. Поднялась метель, что это за уродливое создание? Поистине пугающее зрелище. Хорошо, что они заморожены. Но ты прав, Хальдард, если стена когда-нибудь оттает, оттают и они. Какое странное чувство. Обычно мы страшимся начала зимы, а не ее конца. Глотка Бельгемира у ущелья Воронка, и мы находимся с широкого края. Предлагаю разбить лагерь на расстоянии, чтобы рассеять вражеские удары. Звучит разумно, так никому не придется брать на себя полномасштабный удар. Мы с Бельгемиром будем защищать центр. Есть! Хальвард будет защищать правый фланг. Как прикажешь. Алиф левый. Ага! Значит, решено. Давайте запасем как можно больше ресурсов и подготовимся к атаке. Когда фильшмульгбульбервлять закончится. Так, фильмульгвинтер. Великая зима пройдет несколько лет. Дождитесь весны, когда великая стена оттает. Наберите сил весной. Войско мертвецов тоже оттает. Защищайте союзников, вместе вы сильнее. Ладно, хорошо. Говно вопрос. Будем защищать союзников, ведь вместе мы сильнее. Так, давайте, ладно, лагерь разведчиков. Куда-нибудь поставим. Так, ну давайте поставим его сюда. Так, лагерь разведчиков, поставим сразу один дом и сразу жахнем домик лесоруба, чтоб ничего не потерять. Так, разведчик, будешь разведчиком? Емгыр, так, давай, Емгыр, разведчик, иди хренач свое тело куда-нибудь. Нам нужно найти, где нам добывать больше дров, больше мяса, больше всего остального. Так, у этих ребят есть рыбка. Это зашибись. Так, лесорубин. Так, лесорубин, давай иди сюда. И ты тоже иди сюда. Правда, минус по жратве, но два лесоруба это лучше, чем ни одного лесоруба. Так, здесь у нас есть камень и, соответственно, дерево сразу прям. Прям по-жесткому. Так, нам надо еще вот эту территорию развить. Так, ладно, сейчас он разовьется вон там. Мы пока пойдем сюда. Все равно нам нужно два лагеря рубильщиков леса. Мне надо найти жратву, блин. Понятное дело, что мне по жратве, в принципе, все неплохо, но мне все равно надо ее найти. Где-то здесь должна быть, по-любому. Так, все, этих мы зарубили, это мы колонизируем.
4 года, короче, будет даже Бульгвинтер. Переживите нападение ледяного войска мертвецов. Да. Так, у них у всех есть жратва. Где моя жратва? Ну, моя жратва должна быть вот здесь. Хотя нет, здесь тоже, здесь оленики есть. Так, моя жратва вот она. Хорошо, значит, оленников надо забрать. Ну, тут 3 волка. Так, 3 волка позорных мы сейчас зарежем. Так, с медведем это, по идее, не должно быть сложно. Так, вопрос только пережить нападение мертвецов. Они откуда пойдут-то вообще? Тут такое ощущение, что здесь везде горы. Так, ладно, идем сюда. Нам нужно колонизировать эту фигню. У нас недостаточно жратвы. И ни одной, главное, этой нету. Овечки. Слушайте, а здесь, походу, тоже оленики. А здесь что у нас? Здесь у нас дерево. Блин, мотать у меня леса. Слушайте, у меня здесь лес, здесь лес. То есть я, типа, могу много строиться. Это хорошо, кстати, что я могу много строиться. Надо тогда вот сюда пойти и здесь оленьков найти. Так, о, а здесь рыбеха. Так, зашибись. Может быть, даже сначала рыбеху. Рыбеху, да, рыбеха зимой хорошо работает. Так, пойдемте отвоюем себе рыбеху. У нас еще есть бонус на рыбеху у данного клана, поэтому вообще все отлично. Так, еще мне нужен какой-нибудь колдун. По-любому здесь, наверное, должна быть колдовская роща какая-нибудь. Слушайте, ну по жратве мне прям неплохо надавали. Да, точно, здесь колдовская роща. Так, с колдовской рощей все хорошо. Так, мне надо колонизировать это дерьмо. И построить здесь... Нет, не торговый пост, а и не рыночек. Мне надо построить здесь хижину рыбачка. Так, хижина рыбачка. Так, поставим ее вот сюда. Так, иди построй нам хижину рыбачка. И вот это вот нам надо отвоевать. Здесь еще и мяско заодно. Слушайте, ну по мяске мне прям хорошо дали. Хорошо, хорошо, мне нравится. Чуть такое, ручей. Армия мертвецов оттает. И нападет на вас в начале 5-го лета. Да, хорошо, спасибо. Так, хорошо, что у меня есть медведь. Так, 80 колонизации будет стоить. 80 у нас пока нет. Но сейчас мы добудем. Нам надо потому что начать копить уже эту фигню. Можно, конечно, построить для начала пристань и с нее копить. Кстати, наверное, это хорошая идея. Заодно и денег поднакопим. Так, иди сюда, и ты тоже иди сюда. Лес. Так, нам надо построить еще одну лесозаготовку. А эту лесозаготовку надо будет снести, она нахрен не нужна. У нас получается рядом с базой два леса. Так, Вальверт устраивает пир. Ну, красава, что я могу сказать. Пир — это здорово. Так, домик лесоруба. Давайте мы реально сюда его перенесем. Потому что нам нужно будет сильно больше дерева. А что, на меня тоже, что ли, пир распространяется? Слушайте, походу на меня реально распространяется пир. Это прикольно. Так, сюда мне надо будет поставить склад. Для этого мне надо больше ресурсов. Так, ну поэтому надо, в принципе, накопить себе и жратвы, и, соответственно, дерево. Так, есть такое дело. Так, нам надо поставить сюда как минимум еще один дом, на который тоже нужны, блин, ресурсы. Так, ну дальше мне пока нападать бессмысленно. Поэтому можно сказать, что все у нас норм. Так, колонизировать можно вот эту штуку. Здесь у нас будут олени, и можно мага себе будет придумать. Так, и сюда мы можем пока хотя бы одного отправить, который будет у нас, да, за преданиями ходить в поход. Так, давай, и за баблом. Так, все, это у нас колонизировано. Здесь мы можем поставить сторожку охотника. И мы это сделаем обязательно. Так, иди-ка сюда. Так, у нас 10 из 11. Нам надо по-любому следующим зданием ставить дом. Да, и мы начали просаживаться по жатве. Это плохо. Скоро еще и зима. Нам бы, конечно, склады бы достроить. Так, давайте мы сюда поставим еще один домик. И когда ты его построишь, мы тогда из тебя сделаем еще одного охотника, и должно быть норм. Так, острые топоры для начала.
Нам нужно больше дерева для того, чтобы быстрее развиваться. Потом мы будем это дерево еще и продавать. Так, ты у нас становишься охотником. Так, ты у нас строишь дом и тоже становишься охотником, наверное. Можно, конечно, тебе еще один дом забахать. Что-то надо здесь будет еще? Давайте реально позабахаем здесь еще один дом. Так, итого, у нас 4 лесоруба, у нас 2 поселения без никто, у нас один охотник сейчас должно быть, да? Давайте сразу 2 сделаем. Так, 2 охотника. Так, а ты тогда достроишь дом, вот так вот давайте сделаем. Все, по жратве мы в плюсе, по дереву мы в большом плюсе, по деньгам мы в принципе в плюсе, предания у нас генерируются, нам нужно еще одного колдуна сделать, но до этого пока не доходит у нас. Так, и скоро вообще зима, этому нам бы не помешали бы склады, и для этого нам нужно дерево. Блин, на эту зону я если разовью... Блин, зараза, а? Что-то дом здесь не нужен, объективно. Не, дом лучше построить вот здесь. Как, собственно говоря, и шахту. Так, вот наоборот, вот так вот мы должны сделать. Должны построить дом, потом мы должны построить шахту, а здесь мы должны построить склад. Потому что развивать его за деньги мы пока не хотим, а склады нам очень сильно нужны. Для этого нужно копить древесинки. Потому что без складов, я боюсь, что у меня будут проблемы. Плюс мне надо начать добывать камень. Для того, чтобы дальше грейдиться. Короче, надо спешить. Так, что тут у нас? Где наш этот самый? Где наш разведчик? Так, разведчик изучает. Хорошо, вот у нас типа центральный фланг. Значит, левый фланг, правый фланг, центральный. Мне вообще-то надо до этой армии мертвецов дойти, я так понимаю. Блин. Что-то армия мертвецов какая-то очень большая, по-моему. Так, тут у нас еще есть рыба. Короче, надо очень много жратвы. Мне надо будет туда ускориться. Мне надо брать штуку, снижающую затраты на колонизацию и все такое прочее. Так, давайте, мне надо поставить вот сюда складецкий. Так, иди-ка поставь сюда складецкий. Так, надо сразу горняка, наверное, забахать себе одного хотя бы. Так, и у нас минус по жратве, что, собственно, и ожидалось. Так, и нам надо еще один складецкий к рыбакам. И надо будет их улучшать. Ну ладно, улучшать мы будем, когда у нас будут... Будет на что улучшать, камень у нас пока добывается. Так, сейчас у нас будет готов склад. По идее, склад нам должен дать бонус. Так, вот сюда еще один склад забахаем. Так, давай ты у нас бахаешь вот этот склад. Так, бахаем 2 склада. Минус 1 жратва. Так, сейчас, по идее, со второго склада у нас должна жратва выйти в плюс. Так, хижина рыбака у нас норм. Так, дайте-ка мне, где у нас вот эта вещь. Так, мне так будет нагляднее видно. Так, нам еще колдуна не хватает, в принципе. И, в общем, все. Из необходимого. Так, и нам надо дальше расширяться в сторону, где у нас есть жратва. То есть вот сюда. Но нам нужно 120 жратвы, а нам пока негде ее взять. Так, склад достроен, все, жратва плюс 1. Хорошо. Так, жратва плюс 1, это зашибись. Так, надо, наверное, построить нам все-таки... Нет, не дом лесоруба. Нам надо построить хижину знахаря. Просто только где? Потому что я тут везде все застроил. Вот этих лесорубов бы перенести, но для этого надо захватить вот эту территорию. Здесь, кстати говоря, есть овцы. Которых можно либо подрезать, либо использовать. Но для этого надо убить медведя. Можно, конечно, развить регион какой-нибудь. Например, свой основной здесь сделать, а потом, соответственно, снести дом лесоруба и что-нибудь еще построить. Блин, но сотка дорого. Сотка прям дорого. Лучше каких-нибудь военных нанять за эти деньги. Ну, наверное, некуда. Нет у меня такой, наверное, возможности, потому что если я не сделаю себе хижину знахаря сейчас, то потом... У меня будут покоцанные ребята. Когда на меня нападут какие-нибудь сволочи, они обязательно нападут. Будет печаль. Давайте тогда сейчас сразу сделаем. Так, что у нас с камнем? Камня у нас маловато. Ускорить добычу камня было бы тоже не лишним. Так, умелая разработка. Горняки работают быстрее. Либо колонизация на 30% меньше, либо склады к производству. Блин, давайте, наверное, возьмем колонизацию.
колонизацию на 30% меньше, вот теперь это всего лишь 80 жратвы. 80 жратвы — это уже гораздо лучше. Можем посильнее колонизироваться. Так, по факту мы не будем теперь тратить лишнюю жрачку. Сейчас, правда, закончится зима. А у нас еще конь не валялся. Так, шаманы. Так, нам нужны шаманы. Нам нужен раз шаман, ну, видимо, два шамана. Так, плюс три из тебя, наверное, надо сделать. Так, пролетел первый год. До конца осталось еще три. Ну что ж, хорошо, три так три. Так, надо сделать одного такого чувака, потому что без преданий мы дальше не пойдем. И сейчас можно будет, в принципе, напасть на медведя, я думаю. Так, идет пир, у нас пошли бабки, и нам надо расширяться дальше. Вообще, по-хорошему, нам, конечно, надо расширяться вот сюда сначала. Не заниматься какой-то ебаниной, какой я хотел заниматься, а расширяться для начала здесь. Делать сторожки охотника и добывать жрачку, а потом уже все остальное. Так, делать сторожку охотника, только у нас нет поселян. Так, сейчас у нас будет первый поселянин, мы его сделаем охотником. Так, давай, первый поселянин, иди делай вот эту вот вещь. Без преданий все равно я жить не могу, поэтому одного как минимум колдуна нам надо. Ну, в принципе, один здесь и есть, плюс еще немножко отсюда. Ну, других вариантов у меня нет. Так, теперь можем пойти забороть медведя, в принципе. Так, а потом нам надо будет двух драугров убить. Ладно, убьем двух драугров сначала, давайте здесь. Так, нам надо здесь сразу будет построить еще один склад. Все, короче, сейчас уже жратвой мы сразу делаем через склады. С медведем-то повеселее, конечно. Так, один у нас готов. Так, нам нужен еще один поселянин. И у нас уже ноль счастья. У нас уже ноль счастья. Нам сейчас надо будет делать еще пивоварню. Давайте сразу сделаем здесь и пивоварню. А то, по счастью, мы сейчас конкретно просядем. Так, мне нужно за десяточку улучшить зданица. Рост на 20%. 20% рост — это прям охренительно. Так, давай мне десятый камень. Так, десятый камень дал. У нас ускорился рост так на 20%. Это хорошо. Сейчас он нам построит пивоварню. И главное, чтобы у нас сейчас не укатилось вниз счастье. Потому что если вниз счастье укатится, будет жопа. И где мне еще камни, кстати говоря, добыть? Блин, мне еще и овцу бы вот эту захватить. И вот эту вот бы жрачку тоже не помешало. Так, центральный фланг. Блин, здесь месторождение камней 77. Так, и мне надо по-хорошему дозанять вот это. То есть у нас вот они, левые и правые фланги. Все, вся такая херня. И нам надо сюда идти. Так, рост населения. Либо спячка. Либо ликвидация. Стоимость улучшения склада на 50%. Так, давайте вот это, потому что склады я хочу улучшать потом. Так, идем сюда. Конечно, спячка тоже зашибись, но пока мы не можем себе ее взять. Так, передать зону. Можно передать зону другому игроку. Любопытно. Так, иди-ка добывай-ка нам жратвука. Добывай-ка нам жратвука. Так, ребята, а вы хотите у меня вот это вот забрать, да? В принципе, если они мне это заберут, ничего страшного. На самом деле. Хотя, наверное, они не забирают то, что им по статусу не положено. А, они не могут забрать. Хотя вот это могут, погодить. Да, то есть если захочет, он отколонизирует. Вопрос, захочет ли, конечно, не знаю. Так, ладно, мы пока качаем средства для колонизации. Для канализации. Блин, дайте мне еще одного. Очень медленно прибавляется, потому что проблемы со счастьем. Можно, конечно, им домишку улучшить. Или какой-нибудь перк на счастье взять. Не знаю даже, что лучше. Так, господи, дайте мне этого чувака. Так, кто там у нас бегает? Лиф. Лиф, если ты остановишься, мы тебя даже полечим. Так, они, походу, мне помогают, судя по всему. Может, мне пойти им тоже помочь? Давайте я вам помогу, ребята, справиться с драуграми. Это же делать все равно нехрен. Так, еще один. Так, давайте мы тебя сделаем пивоваром, будешь нам счастье генерировать. Так, ребят, я тоже вам пришел помогать.
Нам надо, чтобы наши быстрее развивались. Чем быстрее наши разовьются, тем зашибись. Так, давайте я вам прям конкретно помогу, потому что даже себе так помогать не буду. Угу, так, он ее колонизирует, красава. Так, могу еще с драуграми помочь немножко. Главное, чтобы меня не убили, конечно. Я думаю, что помогать союзникам для расширения — это зашибись. По крайней мере, так должно быть. Тем более, что я потом могу лечиться. А, кстати, лечить меня будут на их территории? Или только на своей? Так, вот с драуграми, короче, норм. Но поскольку я быстрее развиваю за счет медведя, мне, типа, можно им помочь. Потом они будут развиваться быстрее и, может быть, помогут мне. А может быть, и не помогут, хрен их знает. Так, а, ну мы, в принципе, здесь лечимся, нормально. Так, лечат нас, правда, свои же, но мы здесь лечимся. Так, вот, ребят, куда-то еще побежали. Ну, волков. Так, ну я думаю, что волков они сами забьют без меня. Так, сразу склад начали, вернее, шахту сразу начали добывать. Ну, молодцы, че, молодцы. Так, а мы можем пойти сюда, только, блин, я им помог, теперь мне никто не поможет, да? Мне бы вот этого драугра бы как-нибудь... Я не могу их позвать, я не могу. Так, мне надо захватывать дальше вот эту вот штуку. И с этим проблема. Так, давайте мы себе ускорим счастье еще. Так, передавать зону, естественно, не буду. Потому что зачем мне это надо? Могу захватить вот эту. Взять здесь две овцы. В принципе, я, наверное, это сделаю. Так, я могу тогда перенести туда дом лесоруба. Так, мы тогда лесоруба одного из тех, которые у нас здесь есть. Так, здесь у нас сколько лесорубов? Здесь у нас уже два. Так, мы можем либо рост населения, либо спячку. Давайте рост населения. Мы очень медленно развиваем. Во, сейчас по-другому дело пойдет. Так, значит, тот, который лесоруб. Ты у нас становишься крестьянином. Так, потом идешь вот сюда. А че мы несчастны-то, я не понял. Разведчик, короче, ничего не делает. Так, незанятый член клана. Так, давай, незанятый член, ты у нас займешься чем-нибудь. Так, несчастные люди, горящие здания. А че это они горящие, я не понял. Че он горящий? Что случилось? Так, пойдем драугров убьем. А, вот что у нас со счастьем-то произошло. Понятно, что у нас произошло со счастьем. Так, у нас незанятые члены клана, короче, двое в итоге из-за вот этого получились. Так, вот эту штуку надо, блин, доделать. Так, все, счастье у нас теперь есть. Так, драугров, драугров мы сейчас убьем. Колонизировать мы, правда, не можем, потому что у нас теперь не на что. И у нас проблема, блин, с золотом еще. Ой, ё, дерьмо. Так, так, торговый пост мне еще нужен здесь. Так, мне еще нужен торговый пост. Так, мне тогда дом лесоруба вот этот надо разнести. Он здесь не нужен. А у нас будет лесоруб скучающий. Так, которого мы перемещаем сюда. Еще одного мы тоже перемещаем сюда. Так, теперь мне нужен торговый пост для того, чтобы что-то сделать с баблом. А пока у нас нет торгового поста, наверное, надо сделать вот так. Так, ну давайте мы, наверное, улучшим, я так думаю. Так, новый титул Тан мы получили. И так, у нас растет там население? Да, население растет вроде нормально. Так, хотя бы отсюда, может быть, денег забабахаем себе дополнительно. Плюс дополнительно, соответственно, очков этих рунных непонятных, потому что без них дальше расширяться будет затруднительно. Так, ставим еще одного сюда. Так, хорошо, по деньгам мы вроде как вопрос решили. С торговым постом, ну, допустим, тоже. Нам нужна чеканка для прокладки торговых путей, пока мы этого сделать не можем. Так, что у нас здесь с месторождением камня? Нам надо идти дальше до следующего месторождения камня. Для этого надо колонизировать вот эту вот вещь. Так, и сразу здесь нам надо будет построить. Нам надо будет сразу построить здесь. Нет, не рудник. Что нам надо будет построить? Нам будет построить хижину рыбака. И сразу построить склад. Только нам некем строить его. Мы, наверное, подождем все-таки человека. Блин, минус 8 жратвы. Минус 8 жратвы — это прям прилично, я хочу сказать. У нас будет ли этот человек вообще?
Так-то, по идее, должен быть. А здесь у нас кто, кроме медведя? Никто. Так, значит, нам на месторождение выйти... Нам нужно выйти на месторождение. Если мы не выйдем на месторождение, будет нам жопа жопная. Месторождение нам надо забирать. Любой ценой. Для этого нам нужна будет жрачка. Так, ну-ка, иди-ка, друг. Строй нам вот эту вот вещь. Да, 77 месторождений камня. Это прям необходимо. Нужны будут апгрейженные башни. Так, и чувак воспользовался, кстати, нашими подарками судьбы. Да, синему мы прям реально помогли развиться. Так, и здесь бурый медведь и 4 овцы. Так, хорошо, пойдем тогда еще эту бурую медведь забьем. И нам нужно 170 для того, чтобы захватить этот регион. Окей, так, у нас, правда, один крестьянин всего и 0 счастья. Следующий поселянин опять хрен знает когда будет. Блин, надо пивоварню улучшать. С чем можем еще счастье себе получить дополнительно? Либо алтарь конунгов строить, но 300 денег. Алтарь конунгов, блин, хорошо бы, конечно. Так, гарпуны. Можно поселить еще одного и на 25%, либо снижать потребление дров зимой. Либо спячку. Гарпуны надо брать. Надо брать гарпуны. Так, надо сажать еще одного... Блин. Ну вот сюда надо сажать, да. В хижину рыбака надо сажать еще одного персонажа. Где его только взять? Потому что он не хочет генерироваться, этот персонаж. Так, ладно, достраивай здесь склад. И беги, наверное, становись гарпунером. Так, иди становись. Так, иди сюда. Значит, нам можно либо улучшить эту хрень, либо улучшить склад. Склад мы, по-моему, прокачали, да, чтобы он был в два раза меньше. Давайте начнем с улучшения склада в таком случае. Так, будет минус одна жратва, сейчас он дойдет, и по жратве будет ноль. Так, и вот мы, в принципе, пришли примерно к тому месту, которое мы должны захватить. То есть я должен захватить вот это, а мои союзники должны захватить по бокам. Потому что вот эти вот прекрасные ребята... Это ледяная стена, типа, да? А, вот ледяная стена. Да, никак нам не преодолеть эту ледяную стену вообще. Просто непреодолимая преграда. Так, биться мне здесь больше, в принципе, не с кем, поэтому я могу пока шаманов на лечение себя не затрачивать. Так, еще 2 года и начнется оттепель. Блять. Биться есть с кем. Сука! Бежать. Да мы отобьемся вообще. Вообще бы отобьемся. Так, стоп, 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 стоп. Ну-ка иди строй это. Так, нам надо быстро лечиться. Мне нужна, блин, помощь сейчас, походу, будет. На меня он валькирия еще бежит. Вот это дерьмо. На союзника напали. Да на меня тоже напали, ребята. На меня, ребята, тоже напали. Я не был готов к такому повороту событий. Я думал, они все одновременно разморозятся. А хрен там был. Так, ладно, валькирия еще бежит. И еще 3 таких. Справимся ли мы с ними? Вот в чем вопрос. Так, ну-ка, строй-ка мне быстрее эту хрень. Не, строй быстрее, ты не тем занимаешься, подруга. Потому что вот это вот серьезно уже. Это прям уже серьезно. Валькирия — это жесть. Так, ладно, валькирию мы победили, хорошо. Теперь драугры. Еще одна валькирия. Так, бежать, бежать, бежать. Так, подставляем медведя. Так, я думал, я все понял. Во-первых, нам надо быть постоянно полностью отличными. Во-вторых, я сделал неправильно. Так, истощенное месторождение. Все, месторождение у нас истощилось. Это мы должны будем спалить в священном огне инквизиции. Так, и мы с тебя должны будем получать жратвень. Так, я все понял, хорошо. Я все понял. Так, нам нужно больше еды, нам нужно больше счастья. Как нам их получить, правда? Раненые члены клана. Так, ну это понятно, не может расти, потому что люди несчастные. Сволочи, что могу сказать, что они не могут расти. Так, это мы уже улучшили. Это улучшить, блин, стоит дорого. Так, можно улучшить еще вот эту вот штуку.
Так, получите дополнительную плюху к еде. О, господи, к еде, к этому у нас есть. К деньгам, правда, у нас есть не очень. Так, ладно, это мы сейчас отвлечемся. Ты, значит, иди добывай нам еще больше еды. Несчастная это наша подруга. Так, нам надо захватить вот это. Нежелательно бы сразу захватить и вот это. И нам надо строить там башни и улучшенные желательно бы. Так. Так. Спячка. Здоровые исцеляются, находясь на союзной территории. Блин, это охрененно. Либо горняки работают быстрее, либо атака. Но вот тут большой вопрос, что из этого лучше взять. Зимние штрафы нам не нужны. Блин. Ну ладно, спячку мы, наверное, возьмем в следующий раз. А пока возьмем... наверное, умелую разработку. Так, и либо вот это, либо давайте к счастью. Так, у нас проблемы с приростом населения пока. Самое большое, что у нас есть пока, это проблемы с приростом населения. Так, здесь я могу достроить еще один домишко себе. Взамен утраченного, но мне нужен еще один человек. Так, пусть этот человек сейчас пойдет построить нам домишко. А потом этого же человека мы, скорее всего, заставим нам идти строить шахты. Так, иди, человек, строй нам дом. Так, нам надо 240 теперь, для того, чтобы захватить вот эту вот часть. Так, а кто-нибудь из вот этих захватит, интересно? Или желательно, чтобы это захватили наши союзники. Да, вон они... они нормально подошли к вопросу, они строят везде по штуке. Мне бы тоже неплохо было бы, наверное, строить. У них, короче, башни есть на каждой фигне. На случай, если вдруг что-то пойдет не так. Я думаю, что мы точно так же сделаем. Так, у нас будет башня здесь. Потому что, видимо, отступать здесь придется, роняя какашки просто. Так, у нас будет башня здесь, мы просто сразу заложим. Так, и еще нам надо 240 для того, чтобы забрать вот это. А, здесь драугр теперь. Ладно, хорошо, драугра мы убьем. Так, драугра мы убиваем. Так, сюда нам, кстати говоря, надо будет поставить добывалку. Так, добывалка, ставься. Ты построила нам? Построила, молодец. Так, иди теперь сюда. Иди теперь сюда. И нам теперь вот здесь где-то надо будет поставить башню. Так, у нас есть овцы, которых надо будет распихать назад. Сколько у нас овец вообще? Так, все овцы, которые у нас есть, их надо распихать по разным местам. Для этого надо сначала их всех собрать в одном. Так, давай, ты у нас иди в эту зону, ты у нас иди в эту зону. Так, вот у нас раз-два есть. Так, вот у нас еще овцы скачут. Так, первое у нас пойдет вот сюда. Нет, ты не пойдешь, ты не овца. Хотя, может, ты овца, конечно, пассивная, но ладно, неважно. Так, ты у нас пойдешь сюда, ты у нас пойдешь вот сюда. Так, мы вроде как овцами перекрыли абсолютно всю фигню. Теперь у нас должно быть все хорошо по всяким другим ресурсам. Так, это я колонизировать не могу, это уже ледяная стена. Могу колонизировать вот это, не знаю, только хочу ли. Так, мне нужен еще один крестьянин. Так, еще один крестьянин, беги сюда, и мы с тобой будем здесь улучшаться. Так, сколько там осталось-то? 4. Пошло 2. Прошло 2, и они потихонечку начинают размораживаться. В следующий раз уже будет походу с великаном. И это не очень хорошо, то, что в следующий раз будет с великаном. Нам надо как-то подготовиться к этому, просто только как. Мы сможем построить дом лесоруба. Просто только нахрена мне тут нужен. Мы можем построить, например, лагерь щитоносцев. Вот так. И лагерь, например, метателей топоров вот сюда. Чтобы нам не так-то просто было дойти до этой башни, а потом эту башню улучшить. Давайте как-то вот так вот поступим. Так, лагерь метателей топоров, лагерь щитоносцев. Хижина знахаря здесь, я думаю, не нужна. Но, в принципе, лесоруба можно поставить. Вот так вот сделаем. Так, вот так сделал на территории. Так, ты добывай нам каменюгу. Так, нам нужен еще один, который пойдет добывать нам каменюгу.
Так, есть. Все. Два на камень у нас есть. Месторождение камня у нас захвачено. Этот товарищ нам сейчас все понастроит. Вышки у нас, если что, на отступании есть. Мы должны встать, будем, видимо, где-то вот здесь. И теперь... Так, ребята пошли захватывать. Значит, получается, вот этот регион они, наверное, мне отдают. По логике. Буду ли я его забирать, я пока не знаю, но отдавать они мне его отдают. Так, у меня прям проблемы со счетом. Они ни хрена не отдают. Я вот его не захватил, и они захватили его сами. То есть у нас зелененький, в принципе, вполне себе спокойно забрал территорию, которую мог забрать я. То есть все, я типа прослакал, и они спокойно себе все это забрали. Так, ладно, нам надо улучшить вот эту вот рыболовецкую хреботень, потому что нам это надо. И, в принципе, если зеленый вот это вот заберет, я не буду не против, пусть забирает. С другой стороны, если я ее заберу, тоже будет неплохо, потому что это жратва дополнительная. И есть еще куда отступать. Хм, давайте мы ее заберем. Так, давайте мы ее заберем. Так, чеканка. Так, торговцы будут приносить либо кораблестроение. Да, давайте чеканку возьмем. Так, берем чеканку. Берем чеканку, и тогда мы сможем, где наш торговый этот самый путь. Так, мы можем проложить торговый путь и торговать, например, я только не знаю с кем. С главным торговым постом или с Харвальдом. Давайте с Харвальдом торговать вот этой. Так, у нас будет больше денег. Больше денег для того, чтобы потом делать больше войск себе. Так, здесь мы делаем к себе. Так, лагерь метателей топоров. Сейчас мы тоже, наверное, забахаем. И вопрос, куда они будут нападать. Но я думаю, что они сначала будут нападать вот сюда. То есть у них основная граничащая зона, вот она. Так, значит, нам надо будет поставить где-то вот здесь вот защитную башню. Че, не могу ее поставить? Давайте вот здесь вот здесь поставим защитную башню. Ее мы закроем. Так, я могу здесь поставить... так, сторожку охотника. Да, ее можем закрыть сторожкой охотника. И поставить что-то еще. Так, можем... Не знаю, лагерь метателей топоров, например, поставить здесь. Так, типа того что-то. Потом мы можем здесь забахать сторожку... А, и можем сделать здесь еще склад. Сейчас только если он сделается, конечно. Ну, вот сюда, например. Так, у нас теперь получится здесь пушка, которая может немножко постреливать. Так, и здесь у нас тоже будет пушка, которая может немножко постреливать, но... Так, каменоломня у нас вообще не улучшается. Камня у нас осталось 61 единица, ну и нормально, ладно. Так, у нас проблема по счастью. Нам бы, скорее всего, надо пивоварню будет подулучшить, чтобы у нас было по счастью все получше. Так, и одного из ребят забахать пивовары. Еще бы нам, наверное, не помешала бы кузница. Так, ты там нечем тебе заняться, да? Иди сюда. Так, домик лесоруба потом, может быть, будем использовать. Не знаю, может, не будем. Кузница, кузница, кузница. Так, эту штуку надо тоже улучшать, для того, чтобы было больше жатвы. Так, лагерь метателей топоров. Так, лагерь щитоносцев у нас есть. Так, учебный лагерь у нас есть. Всех, короче говоря... Все будут работать на нас. Так, это у нас наши союзнички. Все, мы отсюда доразвились. Ну что ж, ладно, давайте тебе тогда на этом сделаем паузу. В следующей серии, наверное, мы, скорее всего, либо просрем, либо закончим эту карту в нашу пользу. Узнаем об этом в следующей серии. Спасибо, ребят, за внимание. Удачи и всего вам доброго.